Салям алейкум, азиз сиерджилер. Добрый день, друзья! Вы смотрите передачу «Эгленок угренем» и я, София Камали, продолжу вас знакомить с крымско-татарским языком. Сегодня мы поговорим о красоте, а точнее о том, что и кто делает нас более привлекательными. Это макияж, прическа и, конечно, хорошее настроение, которое напрямую зависит от мастеров красоты. Каждая женщина хочет быть красивой. Эрбер кадын дульбер олмаха истей. Быть красивой дульбер олмах. Каждая женщина хочет быть красивой. Эрбер кадын дульбер олмаха истей. Быть красивой дульбер олмах. Глаза – это самая привлекательная часть лица, и неудивительно, почему в макияже главная роль отводится глазам. Глаза – козлер, тени – козь бояса. Глаза – козлер. Тени – козь бояса. Боя – краска. Века – козь капага. Туш – кірпік боясы. Кірпік – ресница. Бровь – каш. Любая косметика наносится на кожу с помощью кисти. Кисти играют важную роль в макияже и бывают различных видов. Кисть – фарчи. Кожа – тера. Кожа лица – бет тераса. Нос – бурун. После нанесения тональной основы и пудры румяна на щеках освежат краски лица и добавят им цвета юности. Вместе с правильно подобранными румянами любой макияж смотрится более красивым. Щека – янак. Розовые щеки – ал янаклар. А правильно подобранная помада поможет завершить образ. Помада – дудах боясы. Дудах – куба. В жизни каждой девушки наступает момент, когда хочется что-то поменять. Начать можно с прически, чтобы почувствовать себя другой. Недаром Коко Шанель говорила, если женщина меняет прическу, значит скоро изменит жизнь. Прическа – перчем, парикмахер, бербер. Парикмахер, бербер. Прическа, перчем. Одно из главных инструментов парикмахера – это расческа. Расческа – тарах. Расчесывать волосы – сачлар на тарамах. Расческа – тарах. Расчесать волосы – сачлар на тарамах. Сачлар – волосы. Кучерявый – кувырчык. Прямой – догро. Локон – зелев или зелев кувырчыгы. Каштановые волосы – кестане тусте сачлар. Каштановый – кестане. В предыдущих передачах мы упоминали о поддельных цветах, касающихся той или иной темы. Сейчас, думаю, будет правильным изучить все цвета на крымско-татарском языке. Итак, приступим. Белый – бияз или ак. Черный – кара, также можно сказать сия.
Стоит отметить о богатстве крымско-татарского языка. Как вы уже заметили, названия многих цветов имеют синонимы. Красный, кырмызы, кызыл. Желтый, сары. Фиолетовый, мор. Зеленый, ешель. Синий, мава. Розовый, гульгуля или пемпе. Коричневый, каверенка. Оранжевый, портакал, тюс. Ренг, тюс, цвет. У крымских татар есть старинные поверья, основанные на убежденности в том, что волосы человека – средоточие его жизненной силы. В любовных песнях народной крымско-татарской лирики влюбленный, описывая красоту избранницы, обычно упоминает и ее волосы – косы, локоны. О том, какой была традиционная прическа крымских татарок, свидетельствуют путешественники и этнографы. На основании этих свидетельств можно сделать выводы. Крымско-татарские девочки и девушки заплетали множество косичек. Замужние женщины обычно носили локоны, зелив на висках, а далее прическа варьировалась так. Незаплетенная прядь волос на спине, покрытая концом платка. Две косы, сложенные кольцом вокруг головы. Мелкие косички. Крымско-татарские женщины красили волосы в цвет, который они получали из хны. Ногти на руках и на ногах и некоторые части ладони, особенно на свадьбу, также подвергали такой окраске. А сейчас повторим пройденный материал. Каждая женщина хочет быть красивой. Эрбер кадын дюльбер олмага истей. Быть красивой дюльбер олмах. Глаза козлер. Тени козь боясы. Боя краска. Века козь капага. Тушь кирпык боясы. Кирпык ресница. Бровь каш. Кисть фарчи. Кожа тера. Кожа лица бет тераса. Нос бурун. Щека янах. Розовые щеки ал янаклар. Помада дудах боясы. Дудах куба. Парикмахер бербер. Прическа перчем. Расческа тарах. Расчесать волосы сочларна тарамах. Сочлар волосы. Кучерявый кувырчык. Прямой догро. Локон зелев или зелев кувырчыгы. Каштановые волосы кестане тусте сачлар. Каштановый кестане. Белый бияз или ак. Черный кара, также можно сказать сия. Красный кырмызы кызыл. Желтый сары.
фиолетовый мор. Зеленый ешель. Синий мава. Розовый гульгуля или пемпе. Коричневый каверенка. Оранжевый портокал тюс. Ренг тюс цвет. Не забывайте, лучшая косметика и украшения для женщины – это любовь. Любите и будьте любимы. Салтнякалмыш, до свидания. Коршкенджи. Друзья, если вы пропустили один из выпусков нашей передачи или просто хотите еще раз посмотреть, все программы можно найти на сайте Первого Крымского. А свои вопросы, пожелания и отзывы присылайте на наш электронный адрес krtat.1k@mail.ru. И я напоминаю, что программа «Эглена Пугринем» выходит в эфир Первого Крымского каждую субботу в 10:45 с повтором в воскресенье в 9:30.